Продолжается конференция X5 «Диалог», и мы продолжаем встречать здесь, в холле, награжденных участников. На этот раз компания «Сплат» за заботу об обществе и окружающей среде. Вот такая номинация, и, конечно же, я не могу не спросить, что для вас эта награда? Ну, для компании «Сплат», наверное, это основная награда, о которой мы могли только мечтать, и мы очень благодарны нашим партнерам компании X5 Retail Group, что они оценили нас именно в этой номинации. Потому что мы совместно являемся с ними и партнером, и союзником, и друзьями по защите окружающей среды. И делаем миллионы наших потребителей здоровыми и счастливыми, прежде всего. Расскажите вообще подробнее о вашем сотрудничестве. Какие успешные проекты уже удалось реализовать в этом тандеме? Второй год мы реализовываем проект сбора зубных щеток, перерабатываемый пластик и разливное Home Care категория разливная. Спасаем нашу природу от излишнего потребления пластика. И в дальнейшем планируем сотрудничество с другими форматами X5 Retail Group. На 2022 год какие-то планы уже выстроили? Мы пока договариваемся, но уже с форматом сети «Пятерочка» уже есть результаты. Так что увидите скоро наши проекты совместные. Но я не могу не спросить, как зубной пасте «Сплат» удается все-таки вот так привлекать потребителей, быть настолько френдли, настолько экологичными и настолько результативными, что важно, относительно здоровых, крепких зубов и ярких белоснежных улыбок? Мы начнем с того, что это российская компания, и производство происходит в Российской Федерации. И, наверное, мало кто об этом знает, но мы этим гордимся. И это лучшее сырье, которое можно будет приобрести, используется компанией «Сплат». И мы не коммуницируем с нашим потребителем через известные средства информации, как телевизор и так далее, а мы коммуницируем напрямую через письма от нашего собственника компании. Вы можете открыть упаковку пасты «Сплат», увидеть там письмо личное для вас от нашего генерального директора, и мало того, еще написать ему ответ. И он вам обязательно ответит. То есть это постоянная практика, он действительно читает и отвечает? Да, и каждый понедельник мы разбираем эти письма вместе и вместе стараемся отвечать на эти письма. Обязательно напишите и точно получите ответ. Спасибо вам огромное. Удачи вам и новых идей и прекрасной их реализации. Спасибо вам большое. И спасибо за шикарную конференцию.